Следующий слайд. Олимпиада ⁇ Я профессионал ⁇ проводится второй год. В этом году состоялось официальное открытие 26 сентября, которое прошло. Нужно сказать, что в этом году будет реализовано 52 различных направления. В прошлом году было 27. Соответственно, количество направлений увеличилось практически в два раза. И нету миссис является организатором и, и будет проводить, соответственно, направление, связанное с добычей полезных ископаемых, с обеспечением этих процессов и называется это направление горное дело. Немного вначале поговорим о общих сведениях, о общей информации о Олимпиаде ⁇ Я профессионал ⁇ во-первых, я профессионал. Это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов различных специальностей, причем это из различных направлений, технических, гуманитарных, естественно, научных. Как я уже сказал ранее, с этого года реализуются 52 различных направления. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты в бакалавриата, специалитета и магистратуры, соответственно, это первая и вторая ступень высшего образования, а также выпускники прошлых лет. Нужно отметить, что для всех категорий участников Олимпиада проводится на бесплатной основе, и для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. Как необходимо зарегистрироваться? Регистрация проходит на официальном сайте Олимпиады. Соответственно, ссылку вы сейчас видите на на экране, на, на слайде. Соответственно, «Я профессионал» — это группа мероприятий, которые предшествуют еще с проведению непосредственных соревнований. Будет проведено ряд вебинаров, в том числе «Не ту миссис» проводит три вебинара. Сегодня вы являетесь участником первого из них. Это различные тренинги по soft skills и так далее. ВУЗ-организатор. Немного информации о НИТУ МИСИС как университете, который является организатором. НИТУ МИСИС в этом году вошел, скажем так, в движение Олимпиады «Я профессионал» реализует одно направление, и это направление является ну, одним из ключевых для нашего университета. Нету Миссис сегодня — это один из лидеров технологического образования. В этом году университет отметил свое столетие, столетие со дня основания Московской горной академии, которая, соответственно, пережила ряд изменений и сегодня Нету миссис это один из университетов, который является преемником, так скажем, наследником той горной академии, которая была создана в 1918 году. А нужно сказать, что для Ниту Мисис ключевыми направлениями в образовании науки являются такие как горное дело, соответственно, материаловедение, металлургия. IT-технологии, экономика и другие, другие направления. Как раз по направлению горное дело, майнинг-инжиниринг, миссис входит в международные рейтинги и занимает 30-е место в отраслевом, в отраслевом рейтинге QS. Ну, также нужно сказать, что не ту миссис это динамично развивающий университет, и в том числе ведущий активные принимающие активное участие в различных олимпиад, олимпиадах, профориентационных мероприятиях в том числе. А помимо нашего университета, помимо Нету-Мисис, направление горное дело реализует еще ряд, ну, грубо говоря, и вузы-соорганизаторы. Вы видите их логотипы сейчас на слайде. На самом деле это география практически всей нашей страны начиная от Петербурга и заканчивая Дальним Востоком. Все эти университеты являются ведущими университетами России в рамках направления «Горное дело», ведут подготовку, соответственно, по непосредственно горняков и, соответственно, по смежным специальностям, в том числе геологии, геодезии и другим направлениям. Помимо вузов, в реализации и организации Олимпиады принимают участие бизнес-партнеры. Партнерами направления «Горное дело» являются лидеры отрасли, соответственно, это крупные такие компании, как «Алроса», «Северсталь», «Евраз». Это «Макромайн» — компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для, для, предприятий горной отрасли. И также это, соответственно, общественные организации «Горнопромышленники России» и «Союз маркшидеров». Соответственно, все задания, которые будут составлены для первого, второго тура, они составляются совместно соответственно, с вузами, с организаторами и в разработке этих заданий принимают участие в том числе компании-бизнес-партнеры. Если говорить о горном деле, почему именно это направление было выбрано как одно из новых направлений, которое вошло в движение Олимпиады ⁇ Я профессионал ⁇ Горное дело ⁇ это одна из ключевых отраслей для нашего государства, соответственно, от добычи соответственно, полезных ископаемых, наша страна получает около 30% всего валового внутреннего продукта. И при этом примерно 60%, то есть больше половины доходов федерального бюджета как раз составят тоже те финансы, которые страна получает от добычи полезных ископаемых. Полезных ископаемых разного характера, это и нефть, и газ, это Железные руды ⁇ это руды цветных металлов, драгоценных металлов, это уголь, это, соответственно, химическое сырье и так далее. На самом деле во всех регионах нашей страны... Есть горные добывающие предприятия, разные по масштабу, от, конечно, предприятий гигантов, которые расположены в ключевых горнодобывающих регионах нашей страны. Это Кемеровская область, это, соответственно, субъекты расположенные на Урале, это Белгородская область, Курская область, ну и, несомненно, многие другие. Нужно еще отметить, что горное дело сегодня претерпевает ряд изменений. Это достаточно быстро развивающаяся отрасль, как и быстро меняющиеся технологии. За последние 30 лет интенсивность работ выросла в разы. Соответственно, появилось новое оборудование, появились новые технологии. В последние годы, несомненно, Достаточно быстро происходит внедрение IT-решений, решений, связанных с искусственным интеллектом и так далее. Сегодня горный инженер по большому счету это человек, который должен обладать рядом знаний, компетенций, связанных не только с непосредственно добычей полезных ископаемых, но и выходящих, грубо говоря, во внешнюю среду для него. То есть это экология, это несомненно управление проектами, управление, ведение бизнеса, это вопросы, связанные с информационными технологиями, с машиностроением, с материаловедением и так далее. В принципе, то, о чем я говорил, это и обусловило тот факт, что в рамках направления горное дело было выделено 13 различных треков, которые как раз охватывают весь цикл горного производства, начиная от геологии, проектирования, строительства горных предприятий и заканчивая уже, соответственно, первичную... Переработку минерального сырья и обеспечивающие все службы. Немного слов о тех треках, которые были выделены. Ну, наверное, самый первый трек, связанный с непосредственно добычей полезных ископаемых трек геотехнология, который объединяет в себе. Все виды э, геотехнологий, связанных с открытой ну, геотехнологией, подземную геотехнологию, э, соответственно, э, физико-химические и э, другие виды, и способы, скажем так, добычи полезных ископаемых. А следующее направление э, ⁇ маркшейдерское дело. Это отдельное направление, отдельная э, крупная область э, в рамках направление горного, в рамках горного дела и решающее, решает которые свои задачи. Это направление, связанное с строительством соответственно, горных предприятий и подземных сооружений. Третье направление — это подземная урбанистика и технологии подземного строительства. Несомненно, что современные мегаполисы — это площадка, которая становится ну, наверное, на которые, вернее, скажем так, ключевые, ключевым фактором становится организация и проведение подземного строительства под землей. Ну, возьмем, например, Москву. Мы себе сложно можем представить Наш город без метро. Сложно представить современный город без подземных парковок и так далее и так далее. Но кроме того, естественно, что есть и чисто технические сооружения на предприятиях. В первую очередь это и шахты, рудники, это, например, подземные газохранилища и так далее, другие сооружения. Следующее направление. Это строительство предприятий горно-промышленного комплекса. Также актуальная на сегодняшний день область, которая охватывает непосредственно проведение, планирование, проектирование сооружений для добывающих предприятий. В начале 21 века эти вопросы стали особенно актуальными в связи с тем, что во-первых, Произошло резкое усложнение горно-геологических условий, поменялись технологии, изменились стоимости некоторых материалов, вообще появились новые материалы. С этим связаны последнее направление в нашем треке, которое называется ⁇ Геоматериалы и технологии, и технологии материалов ⁇ Следующее направление, следующий трек с длинным достаточно названием — это обогащение полезных ископаемых, технологии переработки минерального сырья и качество продукции. По, если говорить о технологической цепочке, наверное, это последний процесс, связанный с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых. Сегодня уже очень часто говорят не именно, не просто об обогащении полезных ископаемых, а именно о технологиях переработки сырья. Опять же, здесь появились новые методы, возникают вопросы, связанные с комплексным освоением, с комплексной переработкой, чтобы из руды извлекать не только ценные полезные компоненты, но еще и пытаться... Переработать, использовать ну, грубо говоря, те пустые породы, которые мы извлекаем также из недр. Следующее направление это взрывное дело. Разрушение горных пород с помощью взрывов это неотъемлемая часть технологической цепочки при добыче полезных ископаемых. Также одно из актуальных направлений, которое используется, кстати говоря, не только сегодня в горном деле, но еще и, например, в строительном в строительстве, для, ну, наоборот, получается для сноса зданий и сооружений. Следующее направление горно-промышленная геология. Направление связанное с рудничной геологией, с учетом с учетом и аудитом запасов, с инженерно-геологическим гидрогеологическим обеспечением всех стадий горного производства, вернее всех стадий жизненного цикла горного предприятия, начиная опять же от планирования-проектирования и заканчивая уже ликвидацией горных предприятий, этапом рекультивации передачи земель, соответственно, в муниципалитет. Следующее направление цифровые технологии в горном деле. Я уже сегодня говорил о том, что информационные технологии, цифровые технологии это тот элемент нашей повседневной жизни и тот элемент любой, абсолютно, любого технологического процесса, без которого немыслимо наше современное ни производство, не наше общество. Несомненно, цифровые технологии в Последние годы стали все более и более э, использоваться в добывающей отрасли. Здесь нужно сказать, что в разных странах, э, на разных этапах, э, грубо говоря, внедрение э, информаци ну, информационных технологий, компьютерных технологий в, цен в целом находимся. Несомненно, что здесь э, главнейший, наверное, мировой лидер по использованию IT-технологий в горном деле является, э, является Австралия. Э, хотя есть ряд... Сегодня в России, которые достаточно быстрыми, быстрыми темпами используются те или иные решения, связанные с автоматизацией, сбором информации, хранением передачей, анализом информации, в том числе даже созданием искусственного интеллекта для управления тех или иных элементов технологических процессов. Следующее немаловажное направление это горно-промышленная экология. Вопросами экологии сейчас, грубо говоря, озабочены фактически все, все, все отрасли, так как действительно защита и охрана окружающей среды – это важнейшая задача человечества сегодня, так как ну грубо говоря, ежегодно, мы можем только себе это представлять, что с 2007 года ежегодно человечество перемещает 100 миллиардов тонн горных, горной массы. И э, нужно сказать, что немалую долю здесь, э, немалая доля этого, этой массы переход, приходится на э, как раз э, горное дело. То есть э, 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 эта масса горных пород сравнима с э, той массой э, пород и минералов, которые перемещаются в природе в результате тех или иных геологических процессов. Следующее направление, следующий трек — это горные технологические машины и оборудование трек связан с, механик, с механическим обеспечением, это, несомненно, вопросы современных технологий, вопросы обеспечения тем или иным оборудованием. Оборудование сейчас достаточно разнообразно, его много, и специалисты данной отрасли являются одними из самых востребованных. Горная электромеханика и энергетика. Опять же, процесс, процессы, связанные с обеспечением предприятий электрической энергии, энергоресурсами, скажем так, вопросы, связанные с энергоэффективностью, с минимизацией, грубо говоря, используемых энергоресурсов, это, несомненно, на сегодняшний день тоже задачи, которые стоят перед многими видами производства, и в том числе для добывающей отрасли. И последний трек, о котором, последний тринадцатый трек, о котором я еще не, говори, не говорил, это трек горная геофизика, геомеханика и геоконтроль. Также этот трек является обеспечивающим, как бы непосредственно добычу, разработку месторождения, но он решает в рамках него будут рассматриваться вопросы, связанные с применением геофизических методов в горном деле, при добыче полезных ископаемых, связанных с обоснованием устойчивости выработок, с вопросом геомеханического обеспечения предприятий. Ну и, конечно, вопросы, связанные с геоконтролем и мониторингом. Как будет проходить олимпиада? Немного цифр и дат с 26 сентября когда был дан старт в олимпиаде я профессионал 2018 года одновременно открылась регистрация на соответственно на яндекс платформе соответственно Сейчас она у нас идет. Соответственно, и в, при регистрации каждый пользователь в своем личном кабинете после этого может просмотреть демонстрационные задания по всем трекам. Ну, к ним мы еще вернемся несколько позже. Регистрация продлится, соответственно, до, ну, до начала отборочного тура. Олимпиада проходит в два этапа. Первый этап в зависимости от направлений пройдет в конце ноября, с 24 ноября, соответственно, до 9 декабря. Что касается направления горное дело, онлайн этап, отборочный этап, первый этап, он будет проходить в начале декабря. Да, я уже здесь оговорился, что действительно отборочный этап будет проходить в удаленном режиме, будут составлены соответствующие задания в виде тестов, в виде задач на сопоставление, задач с открытым ответом, так называемым, где нужно будет вписать Свой ответ. Но мы об этом несколько позже еще поговорим. И этим вопросам будут посвящены отдельные семинары, в рамках которых, соответственно, сотрудники нашего университета, других университетов будут рассказывать про свои направления, про то, как задания составлялись, по какому принципу проводился подбор заданий, какие необходимо помнить основные правила для того, чтобы успешно пройти испытания первого и второго тура. Второй тур заключительный, он запланирован на февраль уже 2019 года. Заключительный этап проходит в вузах, соответственно, в ВУЗе-организаторе и в, на площадках вузов соорганизаторов. Соответственно, наше направление будет реализовываться в достаточно большом количестве университетов. Это сделано для того, чтобы облегчить доступность данной Олимпиады для студентов. Для того, чтобы, ну, мы прекрасно понимаем, что из Владивостока до Москвы достаточно большое расстояние, и это очень часто является причиной уменьшения количества участников того или иного мероприятия. Про заключительный этап я уже сказал. Следующий этап, следующее мероприятие, которое проводится в рамках Олимпиады ⁇ Я профессионал ⁇ это зимние школы. Зимние школы запланированы на январь и февраль, соответственно, тоже 2019 года. В рамках зимних школ участники будут... Проходить подготовку, вернее, не, не, не подготовку, это будут а, некие мастер-классы, это будут лекции ведущих преподавателей а, университетов, а, представителей бизнес-сообщества, представителей власти, возможно, и так далее. А, соответственно, а участникам, а, бизнес, а, участникам зимней школы. А, смогут стать те участники Олимпиады, которые покажут хорошие результаты в рамках отборочного тура. По направлению, соответственно, горное дело, зимняя школа запланирована на конец января 2019 года одновременно с проведением одного из крупнейших мероприятий, научных мероприятий в отрасли неделя горняка 2019. И, соответственно, подведение итогов Олимпиады запланировано на март-апрель 2019 года. Естественно, что все результаты будут опубликованы на официальном сайте. Соответственно, каждый участник сможет увидеть результаты проверки своей работы, ну и, соответственно, комментарии проверяющих и так далее. Ну и, соответственно, в это же время запланирована официальная церемония награждения. Еще немного фактов о проведении Олимпиады. В рамках Олимпиады все участники будут поделены на две категории. Категория А это студенты бакалавриата и специалитета. Судей же могут принимать участие выпускники бакалавриата и специалитета. Категория А она в основном нацелена на тех участников на тех вернее студентов которые планируют продолжить свою, свое обучение в магистратуре или дальше продолжать соответственно свой профессиональный рост в той сфере в которой они работают уже или готовятся работать. А категория Б ⁇ это студенты специалитета и магистратуры, которые планируют, которые планируют поступать в аспирантуру. То есть здесь все участники разделены на, по целевому признаку, соответственно, те, кто планирует в магистратуру и те, кто планирует в аспирантуру. Еще раз э, немного поговорим о проведении отборочного и заключительного этапа. большую часть я уже э, озвучил общих, э, общих, общ, общего понимания. Соответственно, отборочный этап будет представлен в виде онлайн тестирования. Э, хочу обратить внимание на очень маленькую продолжительность. то есть на в, в, время отведенное на выполнение занятий будет э, составлять один час всего. То есть нужно достаточно быстро будет ответить на вопросы, которые будут предложены в, разном, в разных треках. Естественно, что вопросы будут достаточно специализированы под трек, но ну, по, ну, в то же время некие вопросы могут повторяться в разных треках. Что еще здесь нужно сказать про отборочный этап? Отборочный этап будет проходить в шесть временных интервалов, то есть будет выбрано три даты и скорее всего это будут выходные дни и в, в каждый из этих дат будет выбрано по два временных интервала, когда будут открыты задания для их выполнения. Здесь у меня на слайде две картинки, представленные с, с надписью Инженерная геология и гидрогеология. По, соответственно, участники могут не принимать участие в отборочном туре и туре и стать участниками заключительного этапа напрямую, в том случае, если у них будут сертификаты с высокими баллами по нескольким онлайн-курсам, которые, соответственно, организуют. Ну, университет, в том числе, вот, э, есть перечень определенных э, онлайн-курсов, которые могут быть использованы в качестве зачета отборочного этапа. Ну, вот, Честно, здесь проведено два э, курса, которые близки к горному делу. Это инженерная геология и гидрогеология, которые реализованы не ту миссис. А заключительный этап. Заключительный этап это очное соревнование, как я уже сказал, что будет оно проводиться в, на площадках университетов, ведущих университетов в области добычи полезных ископаемых, как я уже сказал, от Питера до Владивостока площадки эти будут расположены. Одна из главных площадок будет, конечно же, в, находиться в ВУЗе организаторе. И задание заключительного этапа представляет собой решение одной из предложенных на выбор участника профессиональных задач, задач имеющих ну, некий междисциплинарный характер. То есть на заключительном этапе будут проверяться комплексно, грубо говоря, проверяться знания. И вообще задача Олимпиады: Я профессионал, это не выявить просто эрудицию человека проверить, а именно проверить профессиональные знания, которые студент или уже, грубо говоря, не студент, а тот, кто закончил некоторое время назад свое обучение, могли проверить свои, свои знания и, соответственно, показать свои знания организаторам и, в первую очередь, естественно, заинтересованным лицам, это бизнес-партнеры, которые являются потребителями, грубо говоря, в, в конечном итоге являются потребителями ваших знаний. Ну и, наверное, самый приятный момент в, в, в Олимпиаде, связанный с всеми конкурсными мероприятиями, это а, призы, а, что вам вообще дает про, а, участие в Олимпиаде «Я профессионал». Ну, нужно сказать, во-первых, что участь, уже участие в этой, в, этом, в этой Олимпиаде, в этом мероприятии — это ваш личный престиж. А, естественно, что а, помимо престижа есть ну, скажем так, приятные моменты, связанные в том числе с денежными премиями. Победителям будут выплачиваться денежные премии. Победителям будут выдаваться, соответственно, медали и дипломы. Ну и, наверное, самое важное — это размещение ваших, ваших данных в национальной базе «Я профессионал». Соответственно, это национальная база, в которой накапливаются сведения о, ну, скажем так, топовых специалистах в, обла в тех или иных областях и, соответственно, естественно, что это та база, в которой в первую очередь, наверное, hr специалисты крупных компаний ищут себе новых сотрудников. Кроме того, так как мы уже говорили о том, что все участники будут поделены на две категории. На категорию А, где будут в основном участвовать выпуск, вернее, учащиеся бакалавриаты и специалитета. И категория Б, где будут магистранты и, соответственно, тоже учащиеся специалитета. Это максимальный балл, то есть это особые условия при, при поступлении на следующую ступень образования. Ну, в том числе мы на следующем слайде, да, здесь это увидим, что э, здесь расписано, грубо говоря, это общие сведения для э, всей Олимпиады. Я профессионал, не только для горного дела, что будут выделяться, соответственно, три медалиста: это золотой медалист, серебряный медалист, бронзовый медалист. Будут выделяться э, группа победителей и, соответственно, будут призеры еще. Uh, ну, помимо uh, того, что uh, я уже говорил, что, например, рассмотрим, что что даст, грубо говоря, итогам станет для победителя. Это, во-первых, денежный приз, это uh, диплом медалиста, позволяющий претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны, это включение в национальную базу и стажировки в крупных компаниях. Uh, победители, uh, соответственно, направлений. То есть медалисты в данном случае для них будут организованы стажировки в компаниях-партнерах, в компаниях которые при принимают участие, соответственно, в создании, в организации и проведении данного олимпиадного движения. Вне зависимости от того, являетесь вы медалистом или просто победителем, еще раз скажу, что все победители и призеры будут включены в национальную базу «Я профессионал». Наверное, сразу у всех возникнет вопрос, какие льготные условия при поступлении в аспирантуру и магистратуру. Здесь нужно отметить, что здесь специально выделена ремарка, что это нужно уточнять в каждом университете, в каждом вузе. Соответственно, в правилах при должно быть в вуза прописано, что, например, при поступлении, если вы бакалаври... закончили бакалавриат, при поступлении в магистратуру, например, вы получаете максимальный балл по той или иной дисциплине. Аналогичные условия связаны и с поступлением в аспирантуру. Ну На примере не ту миссис могу сказать, что при поступлении в победители, э, олимпиад, победители Олимпиады будут э, им будет даваться 100 баллов по тому профилю, соответственно, по которому они. Ну, приняли участие в Олимпиаде, то есть по вопросам связанным с горным делом. Здесь сразу оговорюсь, Олимпиада наша, она не рассчитана только на горняков. Если мы вернемся к тому слайду, где были представлены треки, вы увидите, что место для себя среди участников могут найти люди, обучающиеся совершенно по другим направлениям, в том числе по информатике, в том числе обучающиеся на Металлургических профилях. Несомненно, это э, геодезисты, э, несомненно, это строители, э, это, э, соответственно, материаловеды, э, то есть олимпиада на направление горное дело, оно э, ну, достаточно большой э, охват в себя включает специалистов. Поэтому, э, грубо говоря, э, не только те, кто учится по, направлению, по специальности горное дело, могут в ней принимать участие. Это несомненно, это наша была цель создать максимально комфортные условия для специалистов из разных областей. Ну и это обусловлено тем, что, как я уже говорил, у нас все отрасли, и горное дело не исключение, они все более принимают междисциплинарный характер. Очень часто знания, которые необходимы горнику на, на первый взгляд кажутся совершенно ненужными. Я приведу такой пример буквально в течение там, нескольких лет назад в нескольких месяцев, например искали человека, который технолога, который возглавил технологический отдел с сознанием португальского языка, например и там социальных особенностей, культуры, скажем, так Африки. Это связано в первую очередь с глобализацией рынков, которые происходят. Естественно, что технологии, которые начинают быстро мигрировать из одной страны в другую, обусловливают вот такие движения и, естественно, все более усиливающуюся междисциплинарность всех направлений, всех производственных. Даже так сказал. А методическое обеспечение. На данном на слайде представлены два варианта. Несомненно, что после регистрации в личном кабинете вы сможете увидеть по всем направлениям эти варианты демонстрационные варианты. Они содержат типовые задачи, которые будут использованы и на, соответственно, на на отборочном туре. На сегодняшний день э, в, э, эти задания все подгружены, то есть при регистрации вы можете посмотреть, посмотреть какой трек вам ближе. В каком треке вы хотите ну, участвовать, может быть, вы изначально рассчитывали на одно направление, а потом выбрали другое. То есть сейчас у вас еще есть время, когда вы можете ознакомиться со всеми материалами и, соответственно, выбрать наиболее подходящий, подходящий трек для вас. На самом деле, на этом я хотел бы закончить свое выступление и ответить на те вопросы, которые у вас поступили вопросы у нас а, вопросов у нас не поступило а, в общем а, при возникновении вопросов а, вы их можете адресовать на а, мой электронный ящик на слайде вы сейчас видите мои контакты а, я в в любое время, соответственно, в течение там, суток вам буду отвечать на вопросы, если они возникнут, либо же переадресовывать эти вопросы а, другим организаторам, а, соответственно, те, которые отвечают за свои направления, то есть за техническую составляющую, за методическую составляющую, непосредственно за разработку вопросов а, первого тура, второго тура а, и так далее. Всем спасибо за внимание. Всех ждем на нашей Олимпиаде. Всем хороших выходных, до встречи!